Я Сергеич, он Любочек в кадр. Поблагодарим наших победителей, аплодисменты, наградим их за их добрые дела, которые они делают для наших воинов. С каким трепетом, с какой нежностью, с какой добротой собирают гуманитарную помощь, плетут сети эти люди. Поэтому я еще раз прошу вас всех поаплодировать им за их дела, которые они совершают. Сегодня здесь в зале находятся настоящие воины, те, кто с оружием в руках, не щадя своей жизни, выполняет боевые задачи. И те, кто находится здесь, в тылу, и готовит эту победу. Эта премия стала называться «Мариады». Название говорит само за себя. Всегда в этой жизни очень важно быть рядом, когда что-то преодолеваешь, что какие-то вызовы тебя окружают. И мы считаем, что в сегодняшнее время, как никогда, и об этом часто говорит наш президент, это время, когда мы единое целое, единая семья. Праздник со слезами на глазах – это реально важно для всех нас. Которые они так тщательно скрывали, которые они камуфлировали словами о правах человека, о миропорядке, основанном на правилах, о якобы гуманизме, толерантности, новой этике.